Да, непонятно, зачем эти курятники маленькие где-то повсюду. Их функциональная нагрузка. Справа мусорник на горе. Переночевать. Когда песчаная буря. Причем есть такие 3 на 3, блин, вообще ни по чем. Может быть, когда он строит курятник, он потом получает свидетельство на землю. Дом типа заканчивает. Как делали в старых курятниках. Возможно. Ну, так же по этому принципу. Ну, да. Строить типа дом, а потом заканчивает землю. Так он получает кусок горы тут, пустынный. Что он где-то мурат-то? Даже асфальт возле дома. Не, я бы тут стал где-то чайку попить, если он вкусный. А как ты узнаешь? Ну воду они привозят. Тут воды как бы другой галимой тебе не дадут, наверное. Они только привозят, часто должны обновлять. Хотя можно и с технической сварить. Да мы в Африке воду с озера набирали нам для чая, как оказалось, и вроде испанулся. Вчера прилетели. Как-то с утра оно еще держится. Сейчас с горы можно и тулить. А, с этого? А, ну да. На Мертвое море едут. Наслаждаться. Баптизм сайт. Правильно. Матаба. Большой населенка у нас будет. До Матабы был там знак 80. Какое-то место, гора, небо, что тут есть непонятно. Мне кажется, там смотровая. По Maps.me надо посмотреть, вот он смотровые показывает. Пару китайцев, как всегда, у нас тут. Да все равно. Сверху монастырь, нам он, наверное, не нужен. Да может поверят, а у нас интернет есть, я же тебе кидал. Или не я кидал.
Блин, я вообще даже не знаю, что там, но нас же Jordan Pass. А Jordan Pass ты не кидал в мессенджере. Сейчас откроем. Прилично, видео нету. А по той, где ты говорил турецкий? Ну давай до перекрестка дойдем, посмотрим, что там есть. А где что там перекресток? Вот где палатка. Huawei. Ой, я представляю, что там больше, чем в Украине. О, смотри, какой тут бутички. Розовой ваты не хочешь? Боюсь, что моя жопа этого удара не выдержит. Блин, клевый видочек. Что, не слышно запаха? Что, по запаху искать? Или по кварталу обойдем давай. Тут же какой-то более дикий, ну этот более рыночный. То есть по так обойдем и там выйдем. Че? Пойдем, кстати. Куда? В ресторан. Ну пойдем. Попьешь чайку и посыл. О, чайку, да. Он, чувака, работа хорошая, смотри. Лук продавать. Тапки есть. О, чувак сидит. Колоритный. Да, у него стул колоритный висит. Сушится. Не, ковер прижимает. Ну что, хорошо. Телефоны, главное, повсюду. И нормальные эти, бескнопочные. Так реально повсюду, смотри. Еды нету, а телефоны есть. Так и вот опять же. Ну вот как-то непонятно, в мечети служба, а они не ведутся. Это, вот это мне непонятно. То есть они должны хотя бы как-то хоть сесть, присесть, не? Не, ну это же, смотри, это как и у нас религиозные. Ну у нас не 6 раз в день, каждый день. Если ты откроешь церковный календарь, у нас каждый день церковный праздник. Ну утренняя служба пусть будет, а у них же, блин, каждый этот. Вот на коленках сидят, видишь, эти молятся. То есть здесь как бы правильно, а то повсюду как-то. Вот ресторан. Вот этот? Да, да. Салам. Здравствуйте. Chicken? Yes? What? No, no, not now. Hello. Hello. Ну там только курка целая. Снимай. Фото? О. Ukraine. Ukraine. No, Ukraine. Yes. Why? Thank you. Слышь, ну хорошие они. Hello? Не, не будем. Может маленький? Маленький. Он, говорит. Окей. Вот их. Very good. Jordan? Yeah.
Вади Араба. Вади Араба. Арама? Ну, this is Jordan? Jordan? Made in Jordan. Батих. Very good. One. А how much one? One kilo half GD. Half, половина. One kilo half GD. Половина этого. 50 центов? Ну, половина динара. Килограмм. То есть вот этот будет где-то 3 динара, 4. Ну да, 102. Ну попробовать, мы же не кушали эти заморские. Ну мы не спешим. Не, ну цена одинаковая, мне кажется. Так, сайз, мини-сайз. А can we buy half? Half, no? No. А how much this? Ты шаришь, что ты ему платишь? О, самый страшненький. Не, ну, а best? Which best? Best? Best. Good. Да. Он взвесь. Надо? Берем? Конечно, уже не надо. Не, а там уже примени, где надо будет покушать, покушаем. Ну, вот, кстати, да, у нас времени будет. Полтора килограмма. Девять. Он килограмм же ди. Ага. Total? Total 4 GD. Ага. 4 and half GD. 9,5. Где-то 4,5 динаров. Вот это 6 евро. 5? Там ли столько нет? Это же копейки. Да не 5. Вот это. Или это. 4 GD. Фо динар. Фо динар, я. Фо. Фо динар. Фо. Фо динар. Окей. Фо андер джиди. Фо динар. А это сколько? Хаф. Это половина. Хаф. Четыре надо. Хаф. Ну и джи секен. Дис? А, я. Дис из хаф динар. Динар. Ван джиди динар. Фор джиди. This is 4. 4. Ну 4,5 динара. 4. 4. Долларс? Да. А нет? Украина. Слышишь, ну придется уже идти в машину. Что ты еще хочешь? Да ничего, тут как бы тут больше для готовки, чем для еды. Это то, что ты нюхал, это какие-то дикие огурцы, как то называется, индийские, что-то такое огурец. Ну все, в машину. Thank you. Welcome to Jordan. Thank you very much. Bye. Ну все, так тяжелый, может вкусный хоть. Не, может быть и шкурка у них. Не, ну как бы иорданского арбуза мы еще никогда, я херсонский, да, николаевский. Египетский мы покупали. В январе вроде бы ничего. Но тоже он в Египте. Тут как бы прикол в том, что вот эта штука, что у них еще есть, сейчас непонятно, как бы, то, что можно пробовать. Слышишь, знают, что в Украине финал Лиги Чемпионов. Ну они же азартные все, до безумия. Ну да. Мы же когда футбол, то сейчас с ума сходим. Так, надо в туалетик теперь выехать отсюда. У тебя 20 или сколько сейчас? У меня только 10. А это 10. Сколько в руке? Это 10? Да, это 10. А то у меня 20 вроде еще. А 50, тогда или 20. А, у меня есть мелкий. Не 25 литров, я тебе скажу. Нет, такая сумма вверху, да.
общем, заправляемся 90-м топливом по цене 0,8 динара. Это где-то 0,8, где-то 1,1 доллар 90-е топливо получается у нас. Где-то так. Заправили мы, ну, 25 почти. Почти 25 литров, 20 динаров. Заправили мы наше веер, как нашу компашину. Ну, где-то 23-24 доллара 25 литров у нас получилось. В общем, стали мы в чайной чайку. Hello. Ти? Ти? Чай? Кофе. Кофе? Кофе. А чай? Чай. Ти? Ти? И чай? А, окей. Такая уже чайная, конечно. Ну, главное, что чай есть. Да. Чай? Чай, чай, чай. Два. One? Two. Чука. Yes. Two. О, нормально. Мне два. Почему? Цукор? Two. По-русски сахар. Сахар. Two? Yes. Two? Yes. Не хочет. Красивые фигурки. Думаю, какую купить, левую или без головы. А, без уха. Можешь это допивать? Я ее выброшу. Спасибо, вкусно. Уже допьет, что девочка.